Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами обсудим коллекцию Норхен от Oriflame фантазийный гранат. Поговорим про колье, серьги и кольцо. Поехали! Каждое украшение Норхен бережно упаковано в элегантную картонную коробочку фирменного темно-синего цвета. Внутри лежит шелковистый мешочек с кистями, брендированный серебристым логотипом коллекции. Коллекция «Фантазийный гранат» выполнена в современном тренде «statement». Это английское слово, которое переводится как «заявление» или «выражение». И совершенно точно эффектные аксессуары в стиле «statement» позволят заявить о себе. Яркие, необычные, большие по размеру украшения, которые просто не могут остаться незамеченными. Серьги затейливых форм, массивное кольцо, тяжеловесное колье – все это дизайнеры с радостью включают в свои коллекции, и украшения с вызовом отражают дух времени, когда каждый хочет быть замеченным и услышанным. И если вспомнить историю, то подобные аксессуары можно встретить в нарядах античных красавиц или в помпезных комплектах средневековья. Современная же мода проще, лаконичнее, девушки предпочитают оверсайз, простые формы, сдержанные оттенки в одежде и почти полное отсутствие макияжа. И вот в таких условиях подобные броские эффектные украшения связывают воедино весь образ и выходят на передний план. Statement украшения позволяют играть с настроением наряда и образа, добавляя то дерзости, то аристократизма, то утонченной женственности. И коллекция «Фантазийный гранат», на мой взгляд, позволит добавить и того, и другого, и третьего. Ожерелье «Фантазийный гранат» ручной работы – это листики, покрытые зеленой эмалью, которые держатся на плетеной цепочке. На одном из листиков красуется стрекоза из натурального темно-красного граната в огранке маркиз. Изящный гранат продолговатой формы огранки маркиз очень эффектно смотрится в украшениях. И название маркиз появилось благодаря знаменитой улыбке маркизы де Помпадур, страстной любительницы искусства и роскоши, фаворитки короля Людовика XV. И согласно легендам, король пожелал подарить маркизе бриллиант по форме, напоминающий ее сияющую улыбку. Материал украшения, как мы уже видим, это гранат, прозрачные кристаллы также мы находим вверху на палочках листиков и бижутерный сплав, покрытие цвета теплое золото, перламутровая эмаль здесь в оттенке весенняя зелень, цепочка на украшение, плетение лассет. Я очень долго искала, и в русском словаре плетений нет такого обозначения, не знаю, откуда его взяли те, кто составлял описание каталога, но есть французское плетение, оно переводится как шнурок. Если мы будем говорить в русском понимании, мы называем такое плетение snake или змейка. Мы видим карабинчик, он прямоугольной формы, это новый замок коллекции Норхен. Он более стильный, элегантный, более надежный. И длина декоративной части 7 сантиметров самого ожерелья, а длина колье 42 сантиметра, плюс еще цепочка 8 сантиметров дополнительно. И все украшения коллекции Норхен промаркированы логотипом. На конце цепочки мы видим знак качества Норхен. Ну что, давайте примерим. Вот так выглядит колье «Фантазийный гранат» на груди. И я надела его сейчас на минимальную длину, и можно еще опустить ниже, потому что есть дополнение 8 сантиметров. Обращаю ваше внимание, что само колье неподвижное, крепится к цепочке, и только один листик прикреплен как подвижная часть, он болтается внизу, что придает динамику этому украшению. Давайте рассмотрим серьги. Серьги — это такой элемент комплекта, который мгновенно преображает образ из повседневного вечерний. И тоже серьги декорированы темно-красными гранатами в огранке маркиз и усыпаны листочки кристаллами. Выполнены серьги из бижутерного сплава с покрытием цвета теплое золото и перламутровая эмаль, такая же, как и на колье, оттенка весенняя зелень. Замок здесь пусета с гвоздиком из гипоаллергенного титанного сплава. Длина каждой сережки 4,1 сантиметр. И мы видим, что серьги подвижные, то есть есть неподвижная часть, которая крепится непосредственно на гвоздик, и две такие бамбуковые палочки, которые неподвижны относительно друг друга. На средней палочке как раз мы видим вот этот гранат, который является таким связующим звеном всей коллекции. Ну что, давайте примерим. Вот таким образом выглядят серьги на
ушко в комплекте с ожерельем. И, кстати, тоже один из трендов, что во всем мире уже сеты практически не носят. Только еще вот в России немного это осталось. Но если вы хотите превратить свой образ в вечерний, то можно надеть сразу весь комплект. А если вы хотите использовать, играть этими аксессуарами в повседневной жизни, создавать различные образы, то можно носить эти украшения отдельно. Давайте рассмотрим шикарное просто кольцо данного комплекта. Эффектное украшение – это та самая изюминка, которая превращает традиционный образ в стильный и смелый. И кольцо у нас тоже ручной работы, и оно тоже покрыто зеленой эмалью, состоит из трех колец, на которых располагается цветок из темно-красного граната в огранке маркиз и лепестки с кристаллами. Материал такой же, бижутерный сплав, покрытие цвета теплого золота. Ширина кольца в самой широкой части 1,4 см, в самой узкой части 0,7 см. Кольца коллекции Норхен продаются по размерам. А как узнать размер кольца? Берете свое колечко и в каталоге Норхен прикладываете. На последней стороне есть вот такая табличка и смотрите, какого размера ваше колечко, которое вы носите. И заказывайте именно тот размер, который вам нужен. У меня вот 18 размер, и мне кажется, что вот такие бамбуковые палочки в сочетании с красным гранатом и сияющими кристаллами выглядят необыкновенно просто эффектно. Это и для отпуска, и для лета, для каких-то таких весенних свежих луков. Вообще вот просто превосходное украшение. И вот сочетание, весь комплект выглядит вот таким образом. На мой взгляд, коллекция стильная, заметная. И она подойдет к совершенно разным образом. Деловому образу она добавит дерзости, изюминки. Она подойдет к легким романтичным платьям. И эта коллекция читается, она запоминается. Она долго будет актуальной и не будет выходить из моды. Считается, что алый гранат – это символ любви, благополучия в браке, страсти, бурных эмоций. Он приносит своей владелице внимание со стороны противоположного пола, помогает найти настоящую любовь, завести серьезные отношения, которые завершатся браком. И считается, что надевая гранат, человек становится более успешным. На его пути будут встречаться только полезные люди. Поэтому украшения с гранатом будут не только красиво смотреться в вашем образе, но и станут ценным талисманом на всю жизнь. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк. Пишите в комментариях, как вам коллекция фантазийный гранат. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Oriflame на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока!